Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина Астафьева. Сегодня я хотела бы записать видео о таком проекте, как онлайн-лотерея «Социальный шанс». Как здесь регистрироваться, я не буду вам показывать. Там простенькая регистрация. Думаю, и без меня разберетесь. Так вот, после того, как вы зашли в свой кабинет, нужно заполнить данные в профиле. За это вам дадут дополнительно 3 шанса, которые можно потом отыграть. Вот, заполняете здесь, вот, вступаете в группу ВКонтакте, в Одноклассниках вступить в группу. Вот, за это, вот видите, вы получите дополнительные шансы. Вот. Так, здесь в проекте существует трехуровневая программа партнерская. Вот, за каждого приглашенного по вашей ссылке пользователя вы получаете один дополнительный шанс каждый день. Кроме того, за каждый отыгранный шанс вашего друга вы получаете полкопеечки. Вот. Здесь вот есть находится здесь реферальная ссылка, баннеры. То есть можете рекламировать в соцсетях и привлекать партнеров на данный проект. Есть служба поддержки, которая как бы отвечает на все ваши вопросы, решает все ваши проблемы. Вот. Так, что здесь еще? Достижения. Это как своеобразная карьерная лестница. Вот играете каждый день в игру и получаете вознаграждение. Вот у меня уже статус гуру. Вот, как только я отыграю 1000 раз в проекте, здесь буду получать 2 шанса в день. Вот. Ну, про рефералов я сказала. Вот у меня зарегистрированы люди, да, но не все такие как бы активные. Вот. Здесь можно дарить, подарки делать, да. То есть, допустим, вот у меня активный есть товарищ, я могу подарить шансы, написать ему сообщение и отправить, допустим, вот, ну, хочу я подарить человеку, его поблагодарить за игру. Так, как же вообще здесь играть? Сейчас я вам расскажу. Здесь вот есть игровое поле. Заполняете в окошечках циферки. Ну, произвольно, какие вам захочется, какие вам нравятся. И нажимаем «Играть». Так, я угадала одну цифру. За это получаю 1 копейку вознаграждения. Еще попробуем сыграть. Ничего не получала. Так, здесь, смотрите, здесь можно вот настроить игру. Пройдитесь по этим вот вкладочкам. Вот у меня сейчас ползунок, видите? А можно вот нажать на кнопочки, и будет вот такая вот, такой вот вид игры. Вот, можно и так вот выставлять, как кому удобно играть, работать. Выставили. Играть. Так. Одну цифру угадала. 1 копейку сработала. Так, я возвращаю в привычный вид игры. Здесь можно еще выставлять, ну, кто не хочет заморачиваться, там бить по клавишам, да, клавиатуры, можете автоматически выставлять циферки. Ну, допустим, вот так вот оставим. Не выиграла. Здесь периодически выскакивает рекламка. Можете ее просматривать. За счет этого существует данный проект. Пробуем еще сыграть.
Ничего не вышло. Ну, к примеру, у вас какая-то любимая комбинация цифр есть, да, и вот вы ее поставили, и на следующий раз, что, допустим, не хотите менять циферки, да, можете повторить ставку. Вот нажимаем повторить ставку, вышли те же самые цифры, которые вы ранее вбивали. Угу. Не получилось ничего. Опять скрываем рекламку. Играем. Угу. Одну копеечку. Так, еще хотела показать. Вот смотрите, здесь вот есть... Еще можно дополнительный шанс получить, если успеете первым поздравить игрока с победой, с выигрышем. Вот, если сейчас успею я поздравить, то получу дополнительный шанс. Вот дождемся, когда новое будет поздравление. Нажмем. И, возможно, получим дополнительный шанс. Ну, это для тех, кто долго сидит на этом сайте, и у кого крепкие нервы, у кого есть время еще этим заниматься, сидеть и ловить эти шансы, эти познаватели. Дополнительные шансы получать. Ну, к примеру, вот нажали, здесь вот должно, если вы успеете первым нажать, да, то здесь поздравляем, что ваше поздравление было первым. Вот, и вы получите дополнительный шанс. Ну, вот у меня пока редко когда получается. Здесь реакция должна быть хорошая. Ну, пока никто не выигрывает, поэтому нет поздравлений. Так, ну еще давайте разочек сыграем. Угу, одну копейку. Ну, сегодня что-то маловато. У меня самый большой выигрыш один день как-то... Нет, не один, а несколько раз было, что я 10 рублей сразу выиграла. Так, вот смотрите, здесь шансы показаны ваши. У меня осталось 17 шансов, да, я отыграла 8. Здесь показывается баланс. Какой здесь вывод, да? Здесь вывод на различные платежные системы. Я выводила неоднократно уже. Так что вывод уже проверен, что сайт выплачивает своим игрокам добросовестно, без обмана. Вот. А, еще что хотела. Вот как только вы отыграете все свои шансы, возможные за день, да, через 2 часа вам будет возможно еще испытать удачу свою. Здесь будет вот в этой части после окончания, как только вы отыграете, здесь включается таймер. Как только 2 часа пройдет после вашей игры, таймер отсчитает время и появится кнопочка «Играть». И вам предоставится такая возможность угадать варианты выигрышные. Если вам повезет, значит, вам дают еще дополнительные шансы. И так можно играть каждые 2 часа в течение дня. Ну вот, вроде бы все рассказала о игре. Желаю всем вам больших выигрышей, удачи, везения. Присоединяйтесь к нам, играйте, выигрывайте. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всего вам доброго!